Сотрудникам управления по противодействию наркопреступности поступила информация о том, что один из жителей Костанайской области растит у себя в огороде запрещенные к возделыванию растения. Для проверки информации полицейские выехали в поселок Ждановка Костанайского района. В одном из дворов ими были обнаружены 264 куста опийного мака. Что относится к особо крупному размеру, согласно сводной таблице. Данная партия была уничтожена. Ранее он не попадался. По данным полиции, мужчина возделывал мак для личного употребления. Об этом свидетельствуют многочисленные шприцы, найденные в жилище сельчанина, кастрюли, в которых он варил наркотик для инъекций. В рамках начатого досудебного производства по статье 300 Уголовного кодекса Казахстана «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», плантация, напомним, была уничтожена. В полиции отметили, что в рамках двух операций «Карасара-2023» и «Дармек», которые сейчас проводятся на территории области, борцы с наркопреступностью выявляют и пресекают попытки контрабандного ввоза и вывоза, факты утечки подконтрольных веществ, незаконный оборот. Всего с начала года сотрудниками полиции было выявлено более 267 килограмм наркотических средств, из которых более 6 килограмм составляют синтетические средства. Также полиция выявляет лиц, занимающихся заготовкой и вывозом наркотиков, пресекает каналы героинового трафика, ликвидирует деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении синтетических наркотиков и создании лабораторий. Хамза Нурпеисов, Виталий Луговской, РТН.